Чебоксары готовятся принять очередное широкомасштабное спортивное мероприятие. В канун Дня Республики на Олимпийском стадионе встретятся лучшие легкоатлеты Европы, чтобы определить сильнейшего. Организационные вопросы сегодня обсудили на рабочей встрече с председателем Кабинета министров Республики Иваном Моториным. Уже начался выпуск печатной продукции с эмблемами чемпионата. А 20 февраля начнется продажа билетов. В апреле ожидается очередной визит проверочной комиссии и руководителей делегаций, которые оценят подготовительную работу. Работа проводится с неким отставанием от графика, но оно не критическое. Самое главное, основные работы мы успели сделать осенью, сезонные работы. И, в принципе, есть уверенность в том, что к концу мая окончательно под ключ все работы будут завершены. Командный чемпионат посетят представители 12 стран, поэтому не могли оставить без внимания транспортное обеспечение участников. Будет создано 4 международных чартерных рейса, причем аэропорт тоже ждут преобразования.